Переславском. О том, через как мы... 200 метров поверните налево. По навигатору заблудились между Полосовкой и Переславском. И Переславским в поисках пруда Великий. Мы стали... заблудились? Мы нашли пруд Великий. Мы стороны. Нашли пруд Великий, но нам что нужна надо? Была поверните беседка. Налево. Древняя, немецкая. А в итоге мы объехали кучу дорог. Встретили рыбаков, сказали, что ехать надо было через другой поселок вообще. Но тут красивые пруды все равно. Вот сейчас осень, прямо красота неописуемая. И мы едем через это пруды между Переславским Колосовкой. Вот. Из озер мы видели семью лебедей, но уже не сняли это видео. А здесь у нас пока дорога. И повсюду такие пруды, сполоченные дороги по краю пруда. И похоже, мы едем снова в Колосовку искать Великий в той части, где есть беседка каменная, древняя. Я на ней была давно. Я фотографировала в 2014 году. А теперь мы не можем ее найти. Она снова где-то скрылась. Да, ну видишь, мы заблудились. Сейчас будем дальше искать. Да, мы ищем все дорогу. Мы не перестроен. Немножко не туда, куда хотели. Немножко навигатор. Маршрут перестроен. Надо было лучше. Через 450 метров поверните направо. Ну да. И вот эта дорога лесная. Она выйдет сейчас на трассу Ленинград-Светлогорск. Здесь очень красота.